«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». 18 июля на Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске состоится большой юбилейный концерт «Шансон ТВ. Все звезды». Вот уже 10-й раз поклонники шансона собираются в летнем амфитеатре, чтобы встретиться с любимыми артистами. Мы люди гостеприимные и рады, что вы приезжаете к нам. Я вырос и состарился на этой музыке. Я люблю шансон. Нам очень нравится. Мы ездим уже сюда с 5-й год, 6-й. Мы приехали из Литвы, из Каунаса. С супругом я с Минска приезжаем 3-й год, только на шансон. Концерты звезд «Шансон ТВ» на Славянском базаре в Витебске – это уже хорошая традиция. И год от года наши концерты становятся только лучше, красочнее и масштабнее. Еще раз! Провинциалка! Первый концерт «Шансон ТВ» в Беларуси состоялся в 2008 году. И за 10 лет с того первого концерта «Шансон ТВ» привозил на Славянский базар в Витебске великолепных артистов. Вагона! Я всегда на Славянский базар езжу с хорошим настроением. Потому что много-много любимых друзей, коллег, не путать с коллегами. Коллег. Я очень люблю в поезде учить что-то новое, спать, мечтать. Если есть с кем поиграть в карты, можно поиграть в карты либо в наперстки, либо в нарды. Я старый нардист, наперсточник и картежник. С прекрасным настроением едем в Беларусь на Славянский базар. Надо причесаться, то есть в камеру попадем сейчас. Уже много лет украшением концертов «Шансон ТВ» становится оркестр под управлением Михаила Яниса. В этом году в сопровождении оркестра под управлением Михаила Яниса будут выступать Маша Распутина, Денис Майданов, Владислав Медяник, Александр Новиков, Сосо Павлиашвили, Рада Рай, Вилли Токарев, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Ждамиров, Эдуард Изместьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Сергей Росси, Таня Буланова и другие замечательные артисты, о которых мы будем рассказывать в программе «Правда шансона» и в наших социальных сетях. Вся правда шансона. 17 марта на официальном сайте фестиваля «Славянский базар» в Витебске festsbv.by стартовала продажа билетов на гала-концерт «Шансон ТВ. Все звезды». Приобрести билеты можно на сайте и в кассах города. Мы всегда стараемся, чтобы наши концерты проходили в неформальной дружеской атмосфере, чтобы каждому, кто пришел и приехал на этот праздник, было весело и хорошо. Приходите, пожалуйста. Мы вас очень любим, мы вас очень ждем. Мы споем вам самые любимые, самые лучшие песни. Подарим вам красочное, яркое и незабываемое шоу, такое, какое умеет дарить только телеканал «Шансон ТВ». И слева снова что-то заныло, а ты еще так и не понял. Я так еще ни разу не любила. В этом году мы будем проводить прямую трансляцию в эфире «Шансон ТВ» и на сайте шансон.тв. Так что 10-й концерт «Шансон ТВ. Все звезды» смогут увидеть поклонники шансона во всех странах. Гала-концерт «Шансон ТВ. Все звезды». Встречаемся с вами 18 июля в летнем амфитеатре. Начало в 10 вечера. С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». До скорого! «Вся правда шансона».